Сегодня Запорожская торгово-промышленная палата подписала соглашение с Центром публично-приватного партнерства. Именно привлечение бизнеса к реализации государственных проектов, по мнению двух сторон, является ключевым фактором инвестиционной привлекательности нашего региона. В этом году Запорожская торгово-промышленная палата отмечает свое 15-летие. За эти годы палата завоевала статус центра деловой активности региона. Сделано много, говорит президент ЗТПП Владимир Шамилов, но это в прошлом. Сегодня надо говорить о перспективах. Следующий год для палаты пройдет под знаком публично-приватного партнерства. Мы намерены работать или содействовать так называемым контактам между государством и предпринимателями, то есть эффективно пытаться внедрять инструменты по реализации нового закона о государственно-частном партнерстве. Очевидно, это направление наиболее перспективно и позволит создать новые инструменты для регионального развития. Специальный гость расширенного совета ЗТПП Ирина Запатрина, руководитель Украинского центра публично-приватного партнерства. Технологии сотрудничества между властью и бизнесом этот центр не только разрабатывает, но и помогает реализовывать в ряде регионов Украины. Важно, что частный сектор еще приносит в реализацию проекта и свой опыт, и свои технологии. И, в общем-то, наверное, какие-то подходы к реализации каких-то задач. Потому что мы понимаем, что государственный сектор, чиновники и частный бизнес, они очень отличаются сильно по своим подходам, гибкости, отношению к делу и так далее. Реализация крупных инфраструктурных проектов в следующем году будет невозможна без участия бизнеса. Уверен и мэр Запорожья Александр Син. Для города Запорожья этот механизм государственно-частного партнерства может иметь колоссальное применение. Вот мы уже тут даже набросали проекты, которые могут быть. Я приглашаю, с учетом того, что вы подписали соглашение, выступить здесь оператором этих программ, сотрудничать с горисполкомом и вместе делать эти проекты. Соглашение о сотрудничестве Украинского центра публично-приватного партнерства и Запорожской торгово-промышленной палаты сегодня было подписано руководителями обеих структур Ириной Запатриной и Владимиром Шамиловым.